Господи, вас за молитву, дорогие братья и сестры. Сегодня вместе с вами мы совершили божественную литургию. Причастие для принятия святых Христов в храме. Да поступит вам во исцеление души, тела вашего, во исцеление грехов ваших, души и вещи. Дорогие братья и сестры, да, конечно, мы нашли новое обетие шатанское. Но прежде всего мы должны держаться церковного устава и жить по церковному уставу. Сегодня у нас память святого мученика Евпатия, память святого преподобного Ильи Муромца, который мощь его почивает в Мещане и Печерской лавре, и сегодня память святых отец. Сегодня, дорогие братья и сестры, после понедельника будут совершаться молебны, и братья общей трезвости Покровского будут давать обед трезвости. Поэтому всех, кто не спешит домой, приглашаю вас остаться помолиться за упокой наших сторонников и остаться на молебны, помолиться о страдающих наших сторонников и помолиться, поблагодарить Господа за прошедший год, за сих пор начинать предстоящий год. Всем вам, братья и сестры, Божьей помощи, и мне остается я, и Бог, пронесла на грядущий. Господу помолимся. О, еже не презрейте смиренные мольбы рабов своих, братья и сестер общества Покровское, избавите от недуга винопьянства и спасительным страхом своим в чистоте, воздержании, правде, души и соблюсти Господу помолимся. О, еже не спасайте на рабов своих, где предстоящих и молящихся духу премудрости и разума, сади в сердца и страствуй божественный, отгнать и боясь, и просветите ум Господу, помолимся. О, еже презрейте на рабов своих, страждущим душе и телом, разрешите их от уст смертоносного зелья, его же ради связани судьи порабощения волею, да преподут Богу в покаянии, причастники благочестия будут, Господу, помолимся. О, еже посетите рабов своих, посещением Святого Своего Духа, избавите их от недуга винопьянства, в них гнездящиеся Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Как подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Вон мне, премудрец, вон мне, прохимен глаз четвертый, там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. Яко Ты создал все утробы моя, воспрела след от чрева матери моя. Там оба рука Твоя наставит мя. Во время оно, пришедшую Иисусу во страну Гадаринскую, я же есть он пол Галилеи, и шедший же ему на землю, встретил его муж некий от града, и же имяше бесы от лет многих, и в ризу не облачавшися, и во храме не живяше, но во гробих. Узрев же Иисус его запив, припоте к нему, и гласом велим речи, что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышнего, молюся ти, не мучи меня, повели оба духове нечистому из этого человека, от много боли этого восхищаши его, и вязаху его узы железные путы, стригущи его, и растерзая узы, гоним бы ваши бесом сквозь пустыни, вопроси же его Иисус, глаголя, что ти есть имя, он же рече легион, яко беси мнози в недоша вонь, и малявку и года не повелит им в бездну идти. Бежит у стада свиней много пасома в горе, и малявку и года повелит им в тывнити, и повели им. И шедше же беси от человека, в недоша в свинья, и устремися в стадо по брегу в езеро и стопе. Видевши же пасущие бывшие, бежаша и возвестиша в ограде и в селях, изыдоша же, видите бывши, и приведоша к Иисусу, и обретоша человека сидяща, из него же беса изыдоша, оболченна и смысляща при ногу Иисусову, и убояшася, возвестиша же им видевши,
как о спасеся бесновавый, и моли его весь народ страны гадаринские, отойти от них, яко страхом велим одержим и веху, он же влез в корабль, возвратися, моляща же ему муж, из него же из душа беси, дабы с ним был, отпусти же его Иисус глаголя, возвратися в дом твой и поведай, елико ты сотвори Бог, и иди по всему граду, проповедуя, елико сотвори ему Иисус. Нас, Боже, повелись и милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Изри, Господи, милости на рабов Твоих, братья и сестры, общество Покровское, прещение клестью чрева и плоскаго веселья, даруй познать и сводость воздержания в посте и проистекающих от него плодов, молим Тебя, услыши и помилуй. Молимся Тебе, Господу Богу нашему, Иже услышите глас молитвы нашей, пощадите и помилуйте рабов Твоих, все предстоящих и молящихся, простите им всякое прегрешение, вольное и невольное, показать на них великую Твою милость, и избавите их от всякой зависимости и насилия дьявола, и помиловать их. Процемся, Господи, услыши и помилуй. Ангельскими руками Верховного Ученика Господи из темницы Божественной силы дадя из виды, избави рабов Твоих, все предстоящих и молящихся, люто страждущих от недуга и винопития, рце все, Господи, услыши и помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наше упование всех концев земли сущих, море далече и милостив, милостив будь владыка грехов наших и помилуйны, милостив будь к любви с Бог и сей, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Владыка, Господи, сотворивый человека по образу Твоему и по подобию, избави создание Твое от работы враже, отверзи их очи мысленные, сопрези животу их ангела светло, избавляющих от всякого навета сопротиволежащего, услыши прибегающих к Тебе в скорби и печали, одержимых пагубную страстью винопития, не отврати от призывающих Тя лице Твое, дашь им крепость, надежду, веру, мужество, произволение, дар рассуждения, и приведи их к спасительному воздержанию, попали, Господи, терния всех согрешений их вольных и невольных, и завселися в них благодать Твоя, просвещающая, опаляющая и очищающая всего человека, исцели их от тяжкого недуга винопития, освободи от темного духа нетрезвенности, упрямства и нераскаянности, утверди их слабых, даруй им немощным, крепость и силу благую, пошли им здравие душевное и телесное, направи их на путь трудолюбия и жизни в Тебе, Боже. Услыши, милостивый Господи, вопли родителей их и сродников, прими молитвы нас, плачущих, отчаях и близких наших, Твое боясь же миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, я, православный христианин, прихожанин Свято-Покровского собора города Гродно, раб Божий Олег, познав свое согрешение и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляю твердое намерение и даю крепкое обещание не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предусудительных играх и весельях, и не произносить скверных, гнилых слов сроком на один год. В чем да поможет мне Господь Бог, силою честного, животворящего креста, заступлением пречистой владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и молитвами всех святых. Аминь. Удостоверение чего целую крест и Евангелие Господа нашего
Иисуса Христа. Господи, огради все вечества, сохрани всякого зла. И отправляй вас с дачей обета. Помоги, Господь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, я православный христианин и гражданин Свято-Покровского собора города Гродно, раб Божий Михаил, познав свои согрешения и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляю твердое намерение, даю крепкое обещание не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять тому других. Равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и весельях, и не произносить скверных, гнилых слов сроком на один год, в чем да поможет мне Господь Бог, силою честного и животворящего Христа, заступлением Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и молитвами всеми святых. Аминь. Удостоверение чего целую крест Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Господи, огради все вечества, храни от всякого зла. И поздравляю, Боже, помощи, помоги, Господь, продолжать обет. Поздравляю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я православный христианин, прихожанин Святого Покровского собора города Гродно, раб Божий Геннадий, познал свои согрешения и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, заявляю твердое намерение и даю крепкое обещание не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и весельях и не произносить скверных гневных слов сроком на 5 месяцев. В чем да поможет мне Господь Бог, силой честного животворящего Христа, наступлением Всепречистой Владычицы нашей Богородицы, Преснодевы Марии, молитвами всех святых. Аминь. Удостоверение чего целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Сохрани от всякого зла. Поздравляю Геннадий и других сюда, чтобы это помочь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я православный христианин, прихожанин Свято-Покровского собора города Гродно, раб Божий Александр. Познав свое согрешение и глубину своего падения, ведя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляю твердое намерение и даю крепкое обещание не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и весельях, и не произносить скверных гнилых слов сроком на 1 год. В чем да поможет мне Господь Бог, силою честного и животворящего Христа, заступлением Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и молитвами всех святых. Аминь. Удостоверение целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Господи, огради все вечества, животворящего Христа, и сохрани от всякого зла. Помоги, Господь, выдержи тебя в жизни. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я православный христианин, прихожанин Свято-Покровского собора города Гродно, раб Божий Игорь, признав свои согрешения, глубину своего падения, приведя себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляю твердое намерение и даю крепкое обещание не пить спиртного, не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, ровно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и весельях и не произносить скверных гнилых слов сроком на 10 лет. В чем да поможет мне Господь Бог, силу честного животворящего Христа, заступлением Пречистой Владычицы нашей Богородицы, Преснодевы Марии, молитвами всех святых. Аминь. Удостоверение чего целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Господи, отрази себя вечером.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я православный крестьянин, прихожанин Свято-Покровского собора города Гродно, раб Божий Рустик, признав свои согрешения и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявлял и твердое намерение и даю крепкое обещание не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, ровно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и весельях и не произнести скверных милых слов сроком на один год, в чем да поможет мне Господь Бог силой честного жертвующего креста, заступлением Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и молитвами всех святых. Аминь. Удостоверение, чего целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Я православный христианин, прихожанин Свято-Покровского собора города Гродно, раб Божий Валерий, познав свое согрешение и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляю твердое намерение и даю крепкое обещание не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и весельях и не произносить скверных милых слов сроком на один год, в чем да поможет мне Господь Бог силу честного и жертворящего креста, заступление Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и молитвами всех святых. Аминь. Удостоверение, целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Сына Святого Духа. Я православный христианин, прихожанин Свято-Покровского собора города Гродно, раб Божий Валерий, познав свое согрешение и глубину своего падения, придя в себя через проявление неизреченной любви Божией, изъявляю твердое намерение и даю крепкое обещание не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и весельях, и не произносить скверных, гнилых слов сроком на один год. В чем да поможет мне Господь Бог силою честного и животворящего креста, заступлением Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и молитвами всех святых. Аминь. Удостоверение чего целую крест и Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Господи, огради силою честного и животворящего креста, сохрани от всякого зла. Аминь. Поздравляю, Валерий. Божья помощь и ангела хранителя. Господу помолимся. Господи, Спаситель наш, претерпев веле искушение в пустыне от дьявола, не допусти нас быть и послушными его рабами, яви благодать твою в сохранении нами данного слова. Помоси нам, умудри нас трезвенно по жизни во все дни живота нашего, укрепи наши стопы, да непоползновенно пройдем поприще нам от Тебе все благие заповеданные. Господи Боже наш, щедрый и многомилостивый, не хотя смерти грешника, но же обратись все живы быть ему. Призри милостивым Твоим оком на страдающих от пьянства раб Твоих, Ты весь и скорбь их, о недуги своем, весь и немощи сества нашего. Зришь силу великого и лукавого искусителя, вразуми омраченных умом, у врачу недугующих утверди их благоразумие, укрепи воздержание, да не обладает ими уныние и ропотливость, да им от заботу о спасении души, о здравии тела, во славу Твою и о благоденствии на пользу свою и на благо ближних, да трезвенно поживут и достойно прославят Тебя,
Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Дорогие братья и сестры, хочется в этот день поздравить наших братчиков, в первую очередь, общество трезвости Покровское, которое решительно, со смирением дали Господу ответ трезвости на различные сроки, от 5 месяцев до 10 лет. Конечно же, мы понимаем, что вот эта вот трезвость физическая, это всего лишь тот фундамент, та основа, ну, естественно, нормальное состояние человека, которое должно быть. И имея вот этого состояния, человек должен видеть всю оставшуюся страсти, все оставшиеся грехи, которые облежат им, то есть которые еще владеют им. И поэтому вот этот путь, на который они сегодня встали, и этот пример, который они показывают братьям и сестрам, окружающему обществу, это всего лишь вот эта маленькая толика, которой они призывают окружающих. А, конечно же, мы помним, что нам нужно быть совершенными, как Господь наш совершен. Поэтому со смирением, понимая свои немощи, вот они приступают к этому грядущее новолетие трезво, трезвенно, бодрственно, с молитвой, с Богом. И, конечно же, с надеждой, что Господь очистит их и от других их согрешений, других страстей, других таких вот прилежаний к этому миру. Поэтому будем, конечно, братья и сестры, славить Христа, будем горее иметь сердца и будем помнить, что мы стремимся сейчас к яслям, к Вифлеемским яслям, чтобы встретить Христа, чтобы его встретить. Прежде всего мы должны принести ему свое чистое сердце, чтобы было место, где его возлечь. Поэтому вот очищение от своих страстей – это вот первостепенная задача наша, это очищение своих грехов в таинстве исповеди. И, конечно же, это соединение с Господом в таинстве Евхаристии. Всех вас сердечно, братья и сестры, поздравляю с Днем памяти святаго мученика Бонифация. Его молитвами Господь да помилует и спасет нас, и дарует нам Царствие Небесное. Аминь. Храни всех Господь и ангела-хранителя на грядущий день и на грядущее новолетие. Храни Господь.